Всем привет! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. С началом недели всех, ну а мы в свою очередь продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Мы находимся в микрорайоне Садовой, на пересечении улиц Пушкарская и Юрши. Несколько недель назад мы уже были на этом участке. Народ у нас все-таки, конечно, интересный. Вот люди вытоптали себе тропинку и, нарушая правила дорожного движения, переходят проезжую часть прямо на Пушкарской. Я бы, возможно, сюда и не приехал бы. Вроде все рассказали, все понятно. На совести, как говорится, людей. Но написал мне один товарищ по имени Алексей и пишет: «А вам-то, говорит, какая разница? Хотим и ходим, нам здесь удобно. Ну, а машин здесь якобы немного, поэтому все нормально. Вот поэтому, дорогой Алексей, я и здесь». Кто не видел наши предыдущие выпуски, я напомню. Люди выходят, как правило, из автобусов, вот за этими ларьками, и идут не к светофору, как положено, а наискосок и нарушают правила дорожного движения. Но самое-то удивительное другое. То, что многие не додумываются, что они нарушают, поскольку идут прямо под колеса в буквальном смысле этого слова. Автомобилистам, разумеется, приходится тормозить, хотя они, водители, этого делать не обязаны. Вот ради Алексея, который нам написал, что, мол, хотим и ходим, мы сейчас проведем эксперимент. Засечем на телефоне время, секундомер, пройдем по правилам дорожного движения, а потом также от остановки пройдем там, где люди нарушают. Я, конечно, этого делать не люблю, но придется. Поехали. Ну, попали вот на красный. Ну ничего, подождем. Но это же не смертельно, можно и подождать. Я подчеркиваю, что все по-честному. Ну что ж, вот мы и пришли, достаем телефон, нажимаем стоп, оп, 50 секунд, запомнили, 50 секунд. Ну что ж, вот мы вернулись на исходную, к остановке, и сейчас мы пойдем так, как любит ходить Алексей. Поехали! Ну что ж, пришли, достаем, оп, 38 секунд. По правилам дорожного движения получилось 50, нарушая 38. 12 секунд, друзья. Где логика? Друзья, давайте все-таки соблюдать правила. Даже если на этом участке движение неинтенсивное, ну, всякое же может случиться. Дети видят, они потом случайно выбегут на дорогу. Есть участки, я согласен, где действительно необходим пешеходный переход, и поэтому люди вынужденно нарушают правила дорожного движения. Но когда совсем в нескольких метрах находится регулируемый пешеходный переход, я честно вот этого не понимаю. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, ну и, конечно же, удачи на дорогах. Пока!